Сочи с началом курортного сезона возросла стоимость посуточной аренды жилья и номерного фонда. В первом случае рост прогнозируется на уровне 15-18%, а во втором – на 17-18%. Эксперты отмечают, что вслед за подорожанием размещения в отелях выросли в цене и предложения от владельцев квартир, сдающих их в аренду. Успокаивает тот факт, что ценовой порог на проживание в гостиницах был сформирован еще в начале года, поэтому рост цен на квартиры их не превысит.